Привет всем заглянувшим! Сегодня у нас с вами еще немножечко ивановского трикотажа с котажем. Мы ее спугнули, в общем, самый интимный момент. Так вот, смотрите, какие клевые бельмишко. Называется Норвегия. Оно с оленями идет, со снежинками. Это, значит, пододеяльник. Дело в том, что у этого пододеяльника олени прошиты, то есть он 2х2,20, но 2,20 вверх же идет всегда, а олени идут боком, видите? Лосиха повернулась ко мне задом. А простыня сшита правильно, вот так вот, ну как надо, в общем. Ну, очень классная бельишка. Она так круто выглядит. Мне очень нравится. Подушечки, кстати, 70 на 70. Я их обшивала, подшивала на машинке. Смотрите, все отлично тут сшито, прошито. Очень классная бельишка. Мне понравилось прям. И... что я еще хотела показать? Это два полотенчика Guten Morgen. Название мне уже нравится. Одно, значит, полотенчика большое, а второе маленькое. Вот это купальное, а вот это для рук. Но они такие стильные, это просто пипец. Вон, смотрите, кстати, тут вся информация, как его стирать, что с ним делать. Ну, Guten Morgen — шикарное название, это просто прелесть, просто песня какая-то. Смотрите, как классно оно выглядит, просто офигенское полотенце, наверное, лучше в жизни не видела. Серое с черным и с красной полосочкой, а с другой стороны наоборот, это же шик и жир. А? И оно еще, видите, кстати, идет с такой штучкой, что его прямо и подарить можно. Ну, так прям прилично как-то выглядит со всеми этими. Вот опять волнуюсь, в горле запершило. Ну, видите, что делается. Вон, тряпошница пришла. Началось. Она у нас так любит эти тряпки все. Да, а это вот купальное полотенце. Видите, котик уже искупался и вытерся. Вот, очень стильный, классный полотенце, прям на подарок. Офигенно они выглядят, мягенькие. Просто супер. Да кто ж там маленький замерз? О, кошачья попка. Ой, вот у меня все спрашивают, что кот блеет. Да вот что, она малохольная, она ходит и блеет. Ну, в общем, девчули, все. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего дня, отличного настроения, кошачьих выходок. И пока-пока.